Вдохновение яркой весны, солнечного лета от известных всему миру дизайнеров. Показы, завершившие неделю моды в Милане, называют не иначе, как завораживающими и великолепными. Элегантность и шик, от туфелек до шляпки, микс женственных образов и красочного декора. В предстоящем теплом сезоне кутюрье призывают играть стилями, влюбляться и экспериментировать. Муниса Усманова обо всем подробнее. Проезды перекрыты, секьюрити на чеку, один за другим подъезжают тонированные автомобили. Нет, это не политическая встреча, показ Ботега Венето. Полицейские не справляются с движением модников на прилегающих улицах, останавливают машины, чтобы фотографы не пострадали в погоне за лучшим кадром. Ажиотаж заражает зевак, а профессионалы давно гадают, как итальянский бренд переосмыслит классику на этот раз. Я пыталась выяснить по своим каналам, но все молчат, как рыбы. По холлам старого дворца Аркинта, а ныне школы для девочек, модели Ботега Венето прошли в костюмах, казалось бы, классического кроя. Но заклепки на юбках, карманах, воротниках намекали – у такой девушки не одна грань. И к вечеру брутальный по своей сути металл заструится по платью, а кожа покажется легкой бахромой. Это идеальная элегантность, великолепное платье, очень женственное и в то же время не слишком романтичное. Все дело в игре формы и цвета. Креативный директор марки Томас Майер смешал на лето бирюзовый, лавандовый, оливковый, карамельный. Не зря его прозвали цветовым гением. Пудровые пиджаки придают нежности даже самым ярким оттенкам, а талия еще тоньше в подпоясанных широких плащах и платьях. Серебряные туфельки, как хрустальные башмачки Золушки, должны быть у каждой девушки. Я придумал вот этот острый мысок, и посмотрите, как изменился привычный силуэт. И благодаря яркой фуксии, зеленому, фиолетовому, заиграли новыми красками даже шлепанцы. Этот новый поворот сулит модную революцию. И Джанвита Росси затевает ее сознательно. Верит в красивые обуви. Женщина увереннее, сильнее и сексуальнее. А чтобы уж наверняка, вышивка, сетка, ремешки и перетяжки, как на лямках бюстгальтера. Туфли и белье. Идеальный дуэт. Сам сапожок полностью из кожи. А вот голенище – тончайшее кружево, которое поднимается вверх. Волнует, не правда ли? А для тех, кому после нежности хочется чего-то пожестче, вот немного фетиша. Красный, черный и латекс. Привлекательно и весело. И идеально подходит под наряды летней коллекции Dolce & Gabbana для девушек, которые не боятся поставить все на зеро. Полупрозрачные платья не скрывают ни форм, ни их красоты. Но знаменитый образ сицилийских вдов быстро сменили принцессы, обернутые в метры шифона и шелка. Цветы или овощи, каждый найдется по вкусу. А может, в картишке или уже сразу по-крупному. Камни, пайетки, платья из стекляруса в пол. Итальянский дуэт, кажется, собрал лучшие элементы костюмов мира. И курточку Ториадора, и восточные шаровары, и славянские венки. Главное, не относиться к одежде слишком серьезно, призывают дизайнеры. Dolce & Gabbana только что представили свою коллекцию и теперь принимают поздравления от своих друзей и поклонников. Ну а мы знаем, что этим летом будет модно игривое настроение. И каждая девушка, примерив корону, может почувствовать себя королевой сердец. И тот, кто хоть раз заставит женщину так себя почувствовать, занимает особое место. Поэтому поблагодарить дизайнеров приходят несколько поколений. Клиенты и друзья – это семья. Dolce & Gabbana – это большая семья. Шоу Dolce & Gabbana словно фейерверк. Последний аккорд модного марафона. Заезжие модники пакуют чемоданы. Теперь в Париж. Идешь после показа, и ощущение, что показ идет вместе с тобой. Модная неделя закончится, но красоты и моды в Милане от этого меньше не станет. Удивительный город. Круглый год, как один большой подиум. Смотрите сами. Муниса Усманова, Андрей Лесных, Денис Ларин, Первый канал, Милан.